Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, Рош-Ходеш месяца Кислев, месяца чудес. И Шаббат, перед нами еще и Шаббат, так что сегодня у нас напряженный день. Напряженный, спрессованный Шаббат ранний. Время мало, поэтому поговорим о времени. Один мудрец, оказавшись в далеком городе, отправился посетить кладбище и увидел, что на каждом надгробии высечен возраст умершего. У одного написано было 2 года и 3 месяца, у второго 6 лет, там 5 лет и так далее. То есть все умерли в детстве или в молодости, а самому старшему, которого он увидел, было вообще там 12 лет и все. Мудрец очень удивился и спросил жителей города, неужели у вас земля проглатывает живущих на ней? Вот же как-то вроде люди постарше. И глава похоронной организации улыбнулся и дал ему ответ. Он сказал: знаю, в наших местах с давних пор не принято писать на надгробии, сколько человек прожил. Мы пишем лишь то, сколько часов он посвятил настоящей жизни, Торе, заповедям, духовности, сколько вот эта истинная жизнь. Все остальное, оно жизнью не называется. Вообще человеку очень непросто в этом мире. Злое начало старается отнять у человека самый большой и ценный дар, который у него есть. Это данное ему в распоряжении там 120 лет. Иногда оно внедряет в человека апатию, человек становится там, знаете, не замечает, как пролетают дни, один на другой похожий. Иногда, напротив, взваливает на него такую массу забот, чтобы он не мог поднять головы. Некоторые ходят без дела, и всегда мысли заняты важнейшим делом. Что, какой убить время, да? Проблема досуга, вот, все время проблеме. У других не бывает такого времени и так далее. Есть люди, которые доживают до глубокой старости, но если проверить их годы с точки зрения ценности и реальный возраст, может быть, как у ребенка. Если такой человек доживает даже до 100 лет, его хоронят не как столетнего, а как младенца, поскольку остальные годы он свои сам уже закопал при жизни. Нельзя закапывать жизнь при жизни. Мудрецы говорили, что очень важно, чтобы ни одной минуты не было без дела. Пусть 10 минут безделия в твоих глазах, написали они, выглядит как тяжелое нарушение. За безделье ты платишь своей жизнью, потому что в это время твоей жизни, которая вот уходит, она уходит бесполезно, уже не вернется этот кусок. Всевышний создал мир, в котором существует важнейший такой параметр время. Сам Всевышний не ограничен временем, поэтому он одновременно находится в прошлом, настоящем и будущем. Кстати, все спрашивают, откуда знать? Да потому что он находится там везде. Он сам является создателем времени, потому оно не может ограничивать своего создателя. Время – это четвертая координата, и она имеет смысл только там, где имеется движение, изменение. И мы с вами должны двигаться тоже, поэтому мы живем в мире движения. Был такой ирландский писатель Томас Кахил, он написал в книге «Дары евреев» очень интересную вещь, что пока не было даровано Тора, время не имело какой-то большой ценности. Человечество жило там в цикле таком, родился, пожил, умер, родился, пожил, умер. Но Тора все изменила, она придала времени святость. Освещение Луны, освещение месяца, которое, кстати, сегодня мы с вами освещаем месяц, то можно считать мицвой, которая была подарена людям. Жизнь, как и время, стала восприниматься как нечто скоротечное и непрерывное. Раньше было не так. Только благодаря иудаизму мир принял время за меру, как бы сказать, определяющие наши победы и поражения. Фиксируются важные моменты, там отсчитываются даты, праздники и так далее. Есть категория людей другая, она живет в том, что называется убить время. Да? Такую жизнь можно назвать чем? Она бессмысленна. Это время способно нас убить, а не мы его. Именно время не дает нам забыть, что все в жизни смертно. Посмотрите, что происходит. Мы можем победить свои ограничения, если увидим, как каждый день, какой насполненный, как он создан для нас. Надо эффективно прожить каждый день. И все наши дни вот наполнены вот этим вот предначертанием. Написано вот точечка, каждая светящаяся точечка нашей жизни, это день. Потом смотрит там 5 точечек, у него все 5 дней прожил нормально. Что говорил царь Давид? Научи нас, как считать наши дни, что мы обрели сердце мудрое. И вот еврейские мудрецы вообще утверждают, что некоторые люди способны получить свою долю в будущем мире за 1 час. Вот ценность этой жизни. Каждая минута нашей жизни на вес золота. Вчера это уже история, завтра вообще непонятно что. А сегодня это дар, поэтому оно называется настоящим. Любавический Ребе говорил, очищайте время. Каждый день совершайте что-то доброе и прекрасное, имеющее отношение именно к этому дню. И тогда вы сделаете этот маленький фонарик этого дня, участвующим в вашей жизни. Знаете, один человек трудился долго, накопил огромное состояние, решил отдохнуть от работы, пожить в свое удовольствие.
Он мог себе это позволить, но только он успел принять такое решение, как к нему спустился ангел смерти. Ну, он профессиональный торговец, начал уговаривать, дай мне хотя бы неделю, я хочу еще там... Нет, ничего. Он говорит, слушай, дай мне один час жизни, чтобы я еще раз насладился красотой. Нет, сказал он. Забери все состояние. Нет. Наконец человек говорит, смотри, можешь дать мне полминуты, чтобы я написал записку? Тот говорит, ну давай. И он пишет, человек осознал всю свою жизнь, правильно используйте время, которое отведено вам для жизни. Я не смог купить даже часа жизни за все свое состояние. Прислушайтесь к своему сердцу. Проверьте, все ли вещи окружающие вас обладают действительной ценностью. Надо ценить каждую минуту жизни. Вот это реальная ценность. Шаббат шалом. Заполните сегодняшний день каким-нибудь особо хорошим делом. Браха вацлаха.